Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова я, и, в общем-то, мы с Хантером наконец-то смогли воссоединиться, так сказать, и теперь будем играть. Вот, я думаю, на Титан ты не против? Да, без разницы. Ну, в принципе, тебе это, в принципе, да, всё. Мне единственное печалит все-таки то, что, знаешь, такая идет загрузка, как бы по полчаса, да, ты типа летаешь в космосе просто как кораблик. Ну, кораблик-то красивый. Не, ну кораблик-то красивый, я не спорю, да. Особенно мне нравятся мои кораблики, которые я выбил за другого персонажа. Потому что начальный он обычный такой. Он не так думает, что завала бросил ее и других выживших. Если мы тоже уйдем, останься мы здесь, мы бы смогли им помочь. Но если завала и вправду готовит контрнаступление на Титане, мы сможем спасти их всех и отбить город. Кстати, интересно, а у тебя, получается, тоже диалоги идут, правильно? Да. Типа я сюжет играю. Ну, типа... Типа, когда, типа, я запускаю миссию, у тебя она тоже запускается. Прикольно. Снимай, сейчас она показывает. Это борт 723. Мы на подходе. Мы получили ваш сигнал и готовы присоединиться. Страж, говорит Завала. Слишком поздно. Улей заполонил Титан. Безопасно приземлиться не получится. Зря я вас сюда привел. Да ладно, нормуль, чё кого? Как будто в первый раз, ё-моё. С одной стороны, когда мой персонаж прилетает, весь такой элитный. Да-да-да-да, такой просто, типа, перемещение во времени, знаешь. Да. Так, ладно. Командор, мы хотим помочь. Нет, Улей лишил жизни слишком многих стражей. Нам не захватить этот спутник. Мы вернули свой свет. Что? Не может быть. Командор, позволите? Страж, говорит заместитель командора Слоун. У нас есть план контрнаступления, но нужно привести этот объект в рабочее состояние. Нужно подготовить флот, вооружить стражей и расшифровать засекреченные сигналы Красного Легиона. Нам необходим доступ к центру управления. В этом ты нам и поможешь. Если свет и правда с тобой, отправь Юлию обратно в ад. И Страж, пожалуйста, будь осторожна. Мне вот как бы нравится, как мой персонаж летает, но мне не нравится то, что у меня маленький прыжок. Ну, то есть он не сильно высокий. А у тебя подожди, какой класс? М? У тебя какой класс стоит? У меня сейчас варлок. То есть он летает, он крут в этом плане. Что это за место? Города титанов Золотого века были гордостью человечества. Мы думали, что они пустуют. Но я недооценил то, как далеко может расползтись Улей. Типа, чувак, это не город, это просто как бы станция по выкачиванию нефти. У меня дурное предчувствие. Ой. Ой. Подожди. Мне кажется, ли меня понизили в лайте? Да. Меня понизили в лайте? Ни хрена себе. Да? А ты как думал? Вот эта технология. Ну, это как в Вовке, та же самая фигня. Вот, нет, я на самом деле думал, что я сильнее их, но нет. Я что-то привык уже, что за своего перса обычно всех разношу. А тут такой типа. Просто смотри, что-то в крытуши Сатурана, что-то здесь не так. Обычно по 4К. А это, кстати, самое смешное, это работает даже, когда ты в большой левел прилетаешь на самые первые локации. Ах. То есть вот я вот, если ты сейчас в ЕМЗ вернешься, например, ты заметишь, что это хорошо. Поэтому ты мне никак не помешаешь, скажем так, наслаждаться миссией. Ну и сможешь ей наслаждаться. Ну да-да-да, ну и сможешь ей наслаждаться сам. Слоун, мы видим центр управления. Принято. Продолжайте движение. Сюжетка здесь такая. При таком темпе мы скоро сможем начать контрнаступление. Момент, и мы у городских ворот. Если бы это было так просто. Не, ну, на самом деле, сюжетка мне, в принципе, понравилась. Но сюжетка отверженных мне нравится еще больше. Я попробовал начать немножко, и прям она
обустроить. Но... Я в том плане, что она такая простенькая. А, ну... Ну так, а чё ты от шутера, в принципе, ожидал? Ну, чуть небольшого челленджа там. Есть всякие сайд-квесты, они там посложнее будут, чем сюжет основной. Ну, это да, да, да. И, кстати, наверное, я думаю, мы их тоже проходить будем. Ну, то есть все квесты, потому что там очень много инфы различных классных. Вот, у тебя получается класс охотник же, да, правильно? Да, да. Кто же еще? Ну, в принципе, да, я, собственно, за того же класс пробовал поиграть, поэтому... Охотник у меня тоже раскачан, он где-то почти 500 уровня одежки. И, по-моему, 40 какого-то этого. Так, нам... А, нам выше. Все. За кого же Хантер еще мог сыграть? Ну, да. Определенно нравится вот эта вот штука. Мне, в принципе, сейчас что-то понравился Варла, там довольно прикольно, кстати. Блин, удобно. Вроде играешь такой низкий лайт, все дела, но при этом кидаешь шмотки на твой. Да-да-да-да, вот это очень прикольно. А еще я могу вот так вот смотреть. Ура, такой рубилово! Мне, кстати, помнишь, там первый чувак встречается, который, да, то есть дверь нам открывает. Я вот почему-то всегда думал, что это... типа Титан, но нет, это походу Варлок, потому что у него горящий меч, хотя не факт на самом деле. Кажется, Улей совершал что-то вещь? Вроде ритуала. Ну, самое-самое начало. Нужно поговорить с Икорой. Она знает там всё, разве она нет тут? Не Кейт? Никто не видел Икору и Кейда с тех пор, как мы потеряли город. Я имел в виду именно, знаешь, чувака, который, как тебе сказать-то... Вон центр управления. Расчистите территорию, чтобы мы смогли там расположиться. Ну-ка. Это у тебя что было? Это этот, новая билка из отвергнутых. Четвертая или которая, да? Ну, не, по-моему, вторая идет. Ну, я имею в виду там типа третий. Ну, типа, ну да, третий. Нет. Типа третий ульта, но там этот подкласс. Ну да-да-да. Так, ладно. Нам же просто зачищать, по-моему, нам, да? Угу. И куда-то там бежать. Мне нравится погодка здесь, очень прикольная. Ну, дождик. Да, еще у меня. Отлично. Осмотрите периметр, прежде чем идти в центр управления. У меня первая зеленая шмоточка. Ебить. Кажется, мы сейчас в каком-то месте для размножения, Улья. Уничтожьте все. Такой, ты решил уничтожить глобально, да? Назгар на Тойота. Я, короче, пока у меня оружие говно, я даже не знаю, мне даже ценится лень. Блин, я как лук получил, я помню, я вообще отжигал просто с этим луком. Это прям божественно. Ханцу. Да-да-да-да. Это сервис. Не знаю, лук это прям нечто, это прям культ. Стреляй по желтым мишкам. Вот а то мы без тебя не поняли, куда стрелять, да? Гнездо зачищено. Идем в центр управления. Отлично. Осмотрите периметр, и мы полетим к вам. Ой. Ой. На самом деле, я вначале очень не понимал, как играть с теми же самыми, там, например, оружиями ближнего боя, да, там и так далее. Потом доперла фишка, что оно как бы выбивается точно так же. Вначале я очень... хотел ими попробовать поиграть, потом понял, что они очень хреновые, потому что их типа очень мало, а потом, когда понял, что ими можно чисто в нужный момент пользоваться, и... короче, мне они снова понравились. Так, сейчас оружие сменю, погоди секундочку. Ну, я все, почти всю кампанию проходил с этим, с мечом. Ну, вот я просто поздно немножко понял, что они могут быть крутые. Блин, только на 5 уровень, а я все еще 4-й. Фак. Ну и ладно.
Что я буду такое? Эпичить с каким-нибудь дальнобольным жестким оружием. Прям в массы. Нет, все равно от привычки не могу избавиться, я все равно целюсь. Потому что это нужно, потому что это важно. Прицел на луках мне никогда не нравился. Прицел на луках мне никогда не нравился особо. Но... это странно. Тем не менее, я на луках тоже целюсь. Там зато урон в разы больше. Да. Да. Ну, грубо говоря, так ты, например, полторашку выносишь, а так до 3-4 тысяч. Да нечто, нет. Ну, у меня, по крайней мере, да. Ну, может, конечно, какой-то там модификатор стоит. Нет. Я пока еще ни один модификатор не ставил. Не, ну, который эти вместе с луком убивается, там же эти, по новой системе. Которые на луче сразу стоят. Мне кажется, мне немножко больно. Почему, я не знаю, но мне так кажется. Чел. Изи-пизи. Слоун, командир, миссия выполнена. Миссия принята. Комплит. Мы с завалы летим к вам. А что мы делали? Найти завал. Ну, мы вообще зачищали здесь все, по идее. А у меня, кстати, он почему-то не стал так делать. Ты себе поставил звезду смерти, серьезно. Не, надо просто ускорять этот... маунтап. На спору садишься быстрее. Ну, я понял, понял. Не смог вставить. Так, нет, стопэ. Нам сюда? Ну да, вроде паркур, все дела. А, ну да, все. Я даже не смел верить. Но если свет мог вернуться к тебе, может, он вернется и к нам. С каждым днем нас будет все меньше. Мы не можем себя защитить. Что говорить о выживших? Без света. Можем ли мы звать себя стражами? Командир! Без энергии мы не продержимся. Нас снабжают волновые генераторы. Только Ули их изрядно потрепал. Мы этим займемся. Да, в этом я не сомневаюсь. Вы без света ничего не мог? Да-да-да, такие секунды. Не, ну завал, на самом деле, тот еще секунд. Это прям печаль, беда, можно сказать. Бессмертия нет, все, как бы до свидания. Ну да-да-да. Хотя она кое-кому не помогла, так. Ну, такое, да. Ладно, что мы делаем? Мы на миссию можем, да? Не можно открыть задание. Что? Наверное, можно. У меня загрузка. А, поэтому. Ну ты можешь запускать тоже. Не-не-не, просто типа. Рекомендуемая сила 50, у меня сила 28. Типа все ок, да? Все нормально. Ну, у меня все ок. Ну, на самом деле мне нравится. Я все время всю игру, вот, ну вот. Именно компанию я все время проходил на харде, получается. То есть, ну, у меня были левел меньше, чем нужно, силы меньше, чем нужно. Я все время так просто трайл. Такой грустненький, типа, печаль. Ну, ладно. Там без ресов все дела. Ну, да.
Тул упал такой, типа захалявил. Ну и ладно. Тиммейт треснул. Ну, вот у меня даже сейчас, кстати, ребята, да, то есть... получается, они меня могут убивать спокойно, а я их нет. Это мы привели сюда падших? Нет. Эти стервятники преследуют нас с тех пор, как мы покинули Землю. Так. Короче, винтовки здесь определенно говно пока. Сю. Красивый удар. Вот этот вождь, капитан, очевидность. Так, ладно, ты пока там разбирайся с этими ребятами, я попробую сейчас надеть нормальное оружие. 54-го левела, понимаешь, о чем я, да? И знаешь, что это? Это пистолет. Быть хардкорен, да? Ну что у нас теперь нормально, чё? Маккек и этот. И Мак... и Ханзо. Идеально. Для оценки угрозы по периметру. А, ты же знаешь, моему кораблю крепко досталось при эвакуации. Да, я ультанул. Как только дадут свет, обеспечу тебе ремонт вне очереди. Чудно. Класс. Нормально. Не, на самом деле вот этот пестик как раз самое то. О, пятый уровень, можно менять оружие обратно. Мы видим преобразователи волновой энергии. Круто, теперь нажмите на кнопку и включите их. Можно надеть ботинки зеленые за 50-й уровень, понимаешь, это как бы... За 50? Вхожу в систему. А, лайта. Но мы по-прежнему в темноте. Тебе, кстати, уровень должен приповысить. Что-то не так. Видно, поршни заело. Прости, дружище. Придется тебе вылезти и смонтировать обходное решение. Тебя ж типа под меня подстраивают. Ну, какой у меня типа шмот, такой у тебя типа шмот. О, я помню эту хрень. А? Я не помню. А, это Микки типа? Да. Типа за тебя враг. Ну, я на Микку залюбовался. Мне нравятся вот эти вот замечательные штучки. Так, ладно. Мы в итоге добежим, я надеюсь, до конца. Я помню, там надо было падать. Мне нравится, он так зависает просто в воздухе. Ну, double jump, hunt, one love. Полет, one love, чувак. Ну да, полет постабильнее. Ну, double jump тоже классный. Ну, я им всегда так и пользуюсь. Там хоть мне и предлагали как-то по-другому. Блин, я тебя с ними путаю, ты на них похож. Я шучусь. Ну вот, и они тоже. Но они злым светятся. А ты типа добрым, что ли, да? Ну да, я с ними. У нас что-то сверху бомбит. А? Блин, патронов в пистолете слишком мало. О, взрывающийся. Мои любимки. Да. Я к ним с мечом всегда бегал. Ну, я к ним всегда бегал не с мечом. Слышали? Мне будет больно, да? Ай. Ага. Сначала надо убить их. Ай. Ну как-то так. Нет, у меня оружие улетело вниз. Фак. Ну точнее, не знаю даже, что у меня улетело. Оружие или это? Или хрень какая-то. Скорее всего, хрень. Но она была зеленой. Посмотри, что блокирует заевшие поршни. Начнут двигаться, мы в деле. Блин. А, double jump лучше. Так, куда мы пошли? Ну, нам наверх как бы. Понимаешь? Слушай, ну это что за фигня? Давай, ты сможешь верить.
все. Не, ну, благо я во всех остальных играх занимался такой хренью, типа паркура и всякой фигни, поэтому... Здесь я тоже смог, но, блин, это вообще первый не поршень убивает. Свободен. Мы его отскоблили. Хотя, стопэ, погоди, у меня же есть это умение. Это все хорошо, но... У нас тут все так же темно. Какое мини? Придется очко? Тебе еще побыть уборщицей. У меня есть очко, и это главное. Главное мое умение. А у меня все кончились. Смотри за то, как я летаю. Так, блин. Видал, да? Забирьте. Я даже мимо дядьки большого прошел и... как будто так и надо. Да знаешь, как смотреть на взрыв, да? Да, несмотря. Мне кажется, я не долечу так с топе. Да, куда мы... Чё, даже туда допрыгнуть? Чё-то мне не кажется... Подожди, куда? Не туда! Я думал, я допрыгну. А куда, подожди? А, вот туда? Нифига себе. Да. На ящике нет. Я допрыгнул. Я красавчик. Все. Так. Нас уже здесь поджидают, конечно. Это типа сзади? Вроде как. Так, да, я вторую тут разрушил. А только первую разрушил, даже не показал, как это делается. Я знаю, что все это видели, но... В центре управления все так же. Ты чем думаешь, значит, все? Проблема не только в поршнях. Придется лезть внутрь к предохранителям. Все, кроме тех, кто смотрел мои видео, фак! Сейчас еще тебе только надо, да, так же сделать, выдать сейчас и возьму. А, я понял, как он делает. Я тоже рипнулся. Ля-л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 я. Ой, здесь еще я... А вот не падай, не падай, тут возрождение ограничено. Я главное халявлю, думаю, типа нормально все будет. Но нет. Мы там вдвоем не долетели немножко. Ну и ладно, нас возродили, зато там где надо. Кто это кричит? Это вот эта дура орёт. Они же это, типа, ведьмы, крикуны, колдуны. Кто они там? На что они кричат-то? Не знаю. Синька. Кто? Синька выпала. Предохранитель должен быть где-то там. Найди его и переключи. Ну, да. Как я и сказала. Но ты не сразу заедешь. Ну да, у меня синенькой нет. Ну, мы весь фигню запустили. Да, есть питание. Образцовы сработали, ребята. Но нам а зачем это питание нужно было? С перехваченными сообщениями. Ну, у нас, в принципе, питания не было. А, ну да, без света нехорошо. В компик полетели! Не а. Не долетим, жаль. Прям снимать, не снимать? На следующий катсцен. А я вот сейчас не помню, кстати, честно говоря. Я, кстати, предлагаю на время сиников не трындеть. Mm-hmm. Ну, то есть, ладно, еще когда во время миссии там что-то, ну, то есть, это терпимо, yeah, там, в крайнем случае, сабы. А синьки все-таки прикольней. И в море такие занырнули. Взгляд на меня. Ну, я смотрю на тебя, и чё? Или ты еще грузишься? Все будет хорошо. Я гружусь. Обязательно. Она мне просто говорит, что все будет хорошо, и не очень верю, но... Ах, ничего так, видок, правда же? Благодаря тебе мы снова в строю, но дел все равно выше крыши. В первую очередь надо подготовить почву для контратаки на Красный Легион. У меня есть план, но без тебя он не сработает. Во время эвакуации мы перехватили важную передачу Легиона, но так и не смогли ее расшифровать. Холидей сказала, такое оборудование есть в аркологии. А это, по сути, вражеская территория. Придется действовать вслепую,
Это место уже несколько столетий погружено во тьму. Мы знаем только, что Улей развел там кипучую деятельность. Но если сумеешь пробраться, приступим к исполнению плана. Такс. Я вернулся, немножко отходил, все дела. Итак, Центр управления безопасности полноценно функционирует. Пришло время сфокусироваться на перехваченных сигналах Красного Легиона, которые помогут заполучить преимущество в войне. Аманде Холидей требуется больше вычислительной мощности, процессора в глубине аркологии, именно то, что ей нужно. Ну и выбрать экзотическое снаряжение и раздобыть процессор времен Золотого Века, выполнив миссию Утопия. Я думаю, я выберу башку себе на голову. Только сегодня получила. На ну и три контракта идти. Возьму. Чего нет-то? Не помню, что здесь на ханта дают. Что? Ну, мне голову дали. А, на ханта? На ханта не знаю. Экзотик? Да. Корабли сами себя починят. Возможно, на ханта дают этот поток Рейдена, который на мне сейчас. Я не уверен. Но я помню, что его рано получил. Не помню, да. Не, он всего 100, я не знаю, то есть, ну, он очень слабый. Кто именно? Ну, вот то, что сейчас дали, оно очень слабое. Ну, ты там по характеристикам смотришь? Да. Все будет хорошо, обязательно. Ну, давай ты все, что можешь поднять. Ну, да, только, насколько я знаю, там довольно сложно поднимать это дело. Нет, не то что. Ну, в последнее время, да, посыпаешь там. Чуть муторнее, но все же. Нашел вапонку покруче этой. Но при этом тебе нравится больше другая, которая хуже. Ну и в одну, в другую влил, и все, и радуешься жить. Ну да, 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 я понял, что так можно, но пока. Пока нет. Так, ладно. Во, нормальные цифры урона 10 тысяч. Ну, это потому, что мы не в миссии, дружи. Это да. Так, ну чё, пойдем по основному или по дополнительным пока что? Ну, в принципе, без разницы, да. Можно и по дополнительным, можно и по основным. Я чё предлагаю, смотри, здесь недалеко, буквально вот прям под тобой, находится комнатка. Может, ее зачистим? Где нужна эта комнатка? Тебе нужна эта комнатка? А, там дается неплохие шмотки за зачистку. Ну, то есть, да. Где ее? Что-то не понял. Она, по-моему, не здесь, она, по-моему, снизу-снизу. А, ты про этот? Ну, тайник, да-да-да. Ну, да-да-да, этот, как она называется-то, что-то, салон. Так. Вижу, да? Да. Да-да-да. Ну и заодно... Затерянный сектор, по-моему, да? Да-да. Один из. Их много. Ну да, да. Вот. Просто это довольно неплохой повод получить шмоточки. В смысле неуязвимость? Ха-ха, а чё ли не под мой лайф ставится, по-моему? Ауч. Да. Я... Допустим, я... Ауч. У тебя черепки над ним или вопросики? Вопросики вообще, то есть я даже не знаю, что это за левел. Да, это то есть были бы черепки? Были бы черепки, я бы их спокойно убил, типа. Ты их убиваешь? Ну да, в принципе, уже. Давай, если ты помешу. Мне кажется, из-за того, что ты, по идее, первый зашел, и типа они под твой левел свапнулись. Может быть. И сейчас мне, короче, дадут на твой левел смотку. Это будет смешно. Но нет. Не помню, как эта шмотка посравится. А вот здесь вот два чувака у меня, как бы, и это проблема. Они тебе мешают? Ну, прям они меня убивают. Рекомендуется силу 240, серьезно, всего лишь. Всего лишь 240. Был бы я здесь своим, я бы тут разносил все. У меня 490. Ты типа все зачистил, да? Ну тут вроде что-то еще осталось.
церемониальная повязка на Варлока. Чё нет-то? Давай наденем. Не, 52-й левел дают, нормально. Шмотки, видимо, подстраиваются всё-таки. Ты сундук нашел? Не-не-не, мне просто шмотка на пол. А, я понял. Сундук дальше будет. Ну да, я тоже думаю что-то. Не-не-не, там же было бы написано, что ты зачистил типа подземелье, все дела. Даже от того, что я взрываю, короче, различные бочки, все равно они такие, типа, мы неуязвимы для бочек. Сука, они меня опять убили. Нет. А вот и нет. А я так бежал. Вот и нет. Где-то рядом со мной какой-то... Ой, я, кстати, выполнил контракт, лучший стрелок, ладно. Я, короче, туда соваться не буду, потому что их очень много вокруг меня. Какой же косой. Бывает. Ну, я хоть оружие возьму. Ой. Взял. Это моё кредо, взять лучшее оружие. Упс. Я воскрешу тебя! Удачи. Не буду спать. Не, зато я на самом деле могу вот такую штуку делать. Она типа хилит. Да-да-да. И она типа хилит. Ну все, сейчас я... На тебя. Все, добил. Ну давай, сейчас. Ну умри. Ну умри, пожалуйста, ну в крыто попади. Ай, патроны кончились. Черт, ну умри, пожалуйста. Я могу, конечно, ультануть, но я не думаю, что это поможет. Ультани лес меня как минимум. Ясно. Я пытался. На самом деле я слабенький прижал, что я не зачистил тебя. Сейчас все. Не, на самом деле очень странно, что ты их не тащишь, учитывая левел и ай-левел твоего оружия. Да я просто все зачистил. Нахуй, целых три синьки. Мне дали оружие и голову. Они не под твой лайт должны построиться. Ну, да, да. Импульсная винтовка. Говно. Зря только заходили. Ну ладно, сектор разграблен, то хорошо. У тебя его, я так понимаю, не было или был? Чё именно? А, сектор? Да. Я даже не уверен. Он на карте как-то отображается? Да. Он типа темнеет. Закрыт, теперь закрыт. Но не знаю, был ли он закрыт до этого. Но он, если, типа, не был закрыт, то он не пи... Ну, если был, точнее, закрыт, то он пишет, что, типа, ничего не пишет. А если не был, то пишет, что закрыт. Ну, я в инвентаре сидел. Так, я потерялся. Ты потерялся? Ой, я нашел первый алкан. С помощью них можно вапнуть улучшать. Ну, это понятно. Но это на лоу левелах. Ну, на хай там тоже требуются они. Ну, на хай там они уже просто в больших количествах требуются. И не только они. Ну да, с других планет тоже. О, у нас здесь чувак один, которого надо убить, и получим из-за него плюхи. Он у тебя с нормальными хотя бы статами? Да, с моими. Ага. Ну, я их убиваю, значит, с моими. А, теперь я меня снова понял. Блин, эта система очень странно работает, но мне нравится. Это тебе бас внезапно. До 600 урон падает. Типа, что за фигня, да? Вот. Все. Судя по всему, реально, там, типа, зависит от того, кто первый зайдет на локацию. Ты вышел быстренько, и под тебя локация прокрутилась.
Да, а да, я к тебе уже подключился. Говорю. А ты когда вот тогда зашел, и она под тебя подгрузилась. Короче, надо, чтобы я заходил первый, иначе я буду умирать и страдать. Да. Только странно, что тебя не подмыло, это не подстраивает. Еще это был бы чит. Ну, это да, это что-то совсем нагло было бы. Вот, ладно. Вор из воров. Страж, воры падшие направляются к тебе. Напали на нас и сбежали. Забрали инструменты, снаряжение. Мои бригады не могут без них работать. Ремонт инструментов. Ну да, нам надо собрать 5 ремонтных инструментов. Со всех воров. Еще один. Я все еще не понимаю, как работает эта система, но ладно. Так. Почему я не вижу воров? Мои бригады скоро займутся этой платформой. Помнишь падших, да? Которых ты выследила? Мы нашли остальных из их шайки. Они собирают краденую технику Золотого века и складируют ее на виду у всех. А, вот туда. Отплати этим воришкам той же монетой. Куда-то да. Туда. Найти тайник. Это же второй, да? Mm? Это же второй? Кто второй? Квест. Ну, получается, это... Ну, здесь, да. Здесь второй. Не здесь, не второй. Вот я бегаю с револьвером, который в самом начале дали. шесть урона, кстати, неплохо довольно. Ну, кстати, у меня такое ощущение, что на самом деле у нас нечто среднее между друг другом получается. Так думаешь? Ну, мне так кажется. Ну, у меня с луком критуру 666. А вот у тебя очень сократили. Давай расчистим место для телепортации. А если не критуру, то... 167. У меня скрита 167. Ну, у тебя пистолет тем можно. Вот и все. Я подготовлю телепортацию. Подождите-ка минутку. Где мой маяк? Падшие и маяк для телепортации украли? А Слоун ненадолго отлучилась. От извергаемых ею ругательств уши в трубочку свернутся. Я бы рекомендовал найти тот маяк. Ладно, пойдем поищем маяк. Ты наконец-то взял винтовку? Я? Я. Как думаешь, тот падший похож на похитителя маяка? На мой взгляд, очень даже похож. Что-то мы его быстро убили. Или... Подожди, или эта часть только? Не, это только первая. Я его когда сам проходил тоже. Тот уж точно похититель маяка. Он даже еще больше похож на похитителя, чем первый. Прикольно, да? Не знаю, мне всегда прикалывали его комментарии. Он хоть та еще зануда, но... Вот к нему лучше не подходить, по-моему. Ой, да, это мне надо. Тоже. Где он там? Я видел, он бегал. О, догнал. Все чисто. Пойдем к тайнику, и я все отправлю. Винтовка из мертвой зоны. Ура, 6 уровень, ебич! Прокачка. Стану героем.
Не знаешь, такой случайно улетаешь куда-нибудь не туда. За твоим углом. Герой. Кстати, за всю игру, наверное, я всего раза два использовал подкат, по-моему. Ну... Тот момент, когда ты просто сидишь такой и им не пользуешься. Ну да, в принципе, обычно. Не, я не использовал время. В некоторых ситуациях так. Ну, не, ну когда куда-то подкатываешься, как под какое-то препятствие, тогда да, а так. В общем, поставил Хантер маяк. Я надеюсь, что мы сейчас будем убивать. Или нас сейчас будет убивать. Ну, тут как повезет, на самом деле. Дефать надо. Почему нельзя моментально телепортировать? Все, я прогнал корабль. Все, погнал? Да. Его можно было продать? Да. Ты как бы в него стреляешь, он типа улетает от тебя. Но он тебе мешает? Ну, да. Он же просто летает. Ну нет. Ой. Рип. Ну да, корабль-то вовсе не мешает, да? Ну так корабль не мешает. То, что он выезжает, но это уже другое дело. А сейчас подкат нужен мне. Для использования билки. Что-то повсю. Пустоту просто такой. А вроде кадешься? Да. Обида. О, зеленая смоточка. Враг уничтожен. Комплектующие необходимы для структурной целостности платформы. А теперь есть и инструменты, чтобы ее восстановить. Чтобы блин, даже прокачиваемся так нехило. Так удобно. Любой кражи нет оправдания. Но расплата есть расплата. Отлично. Рель почти два левела апнул. Не, а там нормально левела апается. В принципе, да, но опять же на левельной локации. Ну, ты вообще-то сейчас апаешь левелы, как будто ты на моей локации. Я падаю. Вот, не апаем мы левелы, короче. Боль. Жизнь, боль. Не будет из себя прокуриста. Да, это... Обидно стоять! Чё за фигня? Где мой тройной 25-й прыжок? Стопэ, всё. Всё, мне надоело. Где мой прыжок? Ускоренный прыжок. Второй прыжок в воздухе, чтобы прийти на подземную с большой начальной скоростью. Совершите второй прыжок в воздухе, чтобы парить над землей со средней скоростью управляемости. Всё. Ура. Так, это взрывные прикрепляется к противнику. Все, замечательно. Ну, лок этот. Парение вроде как тоже классно. Привык бы. Все перепрыгивал. Ну да, да, да. Даже лучше, чем я. Подожди так. Моих хайт. Так. Я скоро тебя догоню, может быть. Нет, я за тебя. А, да? Ну ладно. Я просто не понял, что произошло, но ладно. Так, нам надо на платформу. Нам надо на платформу, я потерялся. Нам надо вот туда. Не,
Не, Лок мне определенно, кстати, нравится. Он довольно классный персонаж. Слышь, я только что там видел большие шарики. А кстати, этот мероприятие тут нет? Нигде? Псю. Псю. Ну, шоп все равно все еще много урон наносит. Но у тебя лук в любом случае много урон наносит. Не-не-не, с третьего сота снайпер к шопу-то. А. Ну там в криту позилиард урон наносит. На любом лайте. Так, ну я бы не сказал, что я прям сильно так быстро летаю. Типа, знаешь, там была сказана фраза, типа, вы будете очень быстро летать, все дела там. Ну что-то на деле нифига. Ну и чё мы занимаемся сейчас? Идем к миссии. Великой фигни. О. А ты разве придерживаться не можешь? А ты разве телепортироваться к миссии не можешь? Нет, насколько я помню, у меня там телепорта нет. Вроде как. Ну или мне кажется, что нету. Да, у меня еще нет телепортов. Это же самое начало, ты чё? Здесь типа пока ты не пройдешь всю карту, ты телепортироваться никуда не можешь. Да. Ну, блять. Рядом-то. Рекомендую. Моя команда говорит, у нас две проблемы. Колдуны на крыше башни, непонятно чем занятые, и падшие, которых они спугнули. Так с кем сражаться? Сначала с падшими. Они делают из топливных элементов взрывную контрмеру против ульи. Опасная вещь. Из-за нее мы все взлетим на воздух. Ну вообще это я сейчас кинул грант, ну ладно. Ну, я пришел и тонул. Причем ульту мне дали как бы за этот за общественное мероприятие, но я, кажется, не туда потратил. Куда планировалось. Ну, да. 39-я, красивая цифра. Ну, так, и еще один остался. У тебя, получается, нулевок нету, да? Персонов. А, нулевок чего? У нас их топливные элементы. Сегодня они уже никого не взорвут. Я понимаю, что они хотели сделать. Воспламеняющийся трос, ударный капсюль. Прекрасно. Высылаю координаты улья. Так, здесь просто можно будет... улей. Если еще это подкрутить, это перешуровать, должно сработать. Что именно? Назовем его разрыватель улья. А теперь пойдем порвем улей. Порвем улей. Порвем улей. На части. Ну, если запрыгнем, конечно. Ты куда-то не туда пошел, по-моему. А куда? Надо к разрывателю улей. Улиев. Улиев. И. Читер! Я не допрыгнул. Инерция не хватило. А я уже думал сейчас, как залечь. Вот и нехрен читерить. Если сюда буду читерить, ха-ха. Типа, знаешь, это научит тебя не читерить. Такой, нет. Ты по идее с первого можешь перейти на себя, с другого. Нельзя, мне же пока еще не дали его. Нет, он дается только на второй карте. Не, просто он на второй карте? Да. Мне, по-моему, так вообще не дали, пока я его случайно не выбил. По идее, ты можешь, если через какой-то там этот профиль можешь себе перетянуть с другого персонажа. А то без первого совсем жизни мила. Так, и чё? Какой колдун убил? Почему? Что-то шумит. Ну, нам дальше вниз. Вниз? Просто какая-то красная хрень. А, это колдун.
Колдун. Ты не волнуйся, я не настолько слаб, я могу их убивать сам. О! Ты злодец. А это додж, да? А? А это додж. Ну да. Я помню, с чем-то. Ладно, я уничтожил сверху, я молодец. Я бы поспорил, но ладно. Смотри, как он крутить. Мужик, все, ладно. Чё, молодец. Чё, вниз падаем, да? По-моему, да. По-моему, мы здесь уже даже падали. Да, мы здесь падали. Только теперь мы идем дальше. Ну, типа... Дальше, чем в прошлый раз. Ну ты что-то видишь. Представляешь, сколько дерьма, да, на нас летит? Эй, не упал. Меня завкусили. Ну я что-то полез, меня там этот гладик завкусил. Пуф. Пуф. Просто такой пуф. Ой, еще синька. Так. Я буду медленно лететь. А, блин. Не посчастили даже. Такая нога в меня полетела. Грустно. Тут раз это... На счастье распадается. Ну, вообще да. Куда нам, Слоун? Наверх. Вам нужна вершина башни. Центральная платформа. I'm dying. This shit. Ясно. Тебе нельзя этот шоп отформить на колпуне. Там столько паркура, что это просто... На первом же отвалишься. Снова? Где ты? Я просто слишком круто, я перелетел. Куда перелетел? Меня погнал? Ликвидируйте колдунов, уничтожьте проект, стабилизируйте платформу. А, еще больше паркура. Ты не сможешь, не сможешь. Да ладно. Ты не можешь быть. Что это было? Я даже здесь почувствовала встряску. Вы что творите? Потом скажу. Самое изи это как раз вот здесь вот сидеть и пересиживать. Отстреливайся. Никто из этих не может сюда пробраться. Из нубов, которые с ними бегают. На где они? Вот они. Дай-ка я хуешь. Я! Ладно. Ну, кстати. Все пошло не так, да? Ну, красивый, но главное, что красиво. Главное, вот красиво, они разлетелись. Ну ты делаешь это без стиля, чё ты? В смысле, я делаю это без стиля, я делаю это гранаткой просто такой на пафосе вниз, не смотря. Вот так надо водить со стилем. Уф. Я не видел. Ульт в одного. Гранатомет в одного. Да? Нет, не успел. А убил его я. Стилер. Ой. Важно же не кто сделал, а кто убил. Желтый громозека. Смотри. Им конец, Слоун.
Взял? Насколько убийц. Велик урон? Теплый, за что не попал в него. Ничего такого, что нельзя поправить за день-другой. Ну правда, все как новенькое. А главное, резонатора больше нет. Поверю на слово. Круто, 7-й уровень. Можно хоть нормальную одежку одевать, да? Ну или что-то в этом духе. Мне еще один автомат дали, круто. Не, мне нужен так. 43-й, чтобы что-то адекватно надеть. Вот тут у меня теперь выбор, да? То есть либо бежать от самого этого, либо... Ну ты долететь же сможешь, правильно? Я могу телепортироваться. Я, короче, тэпаюсь на эту, и мы идем на миссию. Ну, я добегаю до нее. Тэпаюсь на это очень хорошее объяснение, мне нравится. На единственный доступный телепорт, понимаешь? А, ли? Ну классно, но у меня их два. А тот, который дальний. Единственный. Который у командующий. Привет. Привет, да. Кто это командующий вообще? Я что-то не помню. Так, предметы. Сейчас, секундочку. Мне надо выполненные задания применить. Я получила... Да. А мне просто шмотки же может дать. Ну, я имею про слово, как бы, говорю. Если чё. Слово же, типа, крутая, командующая, все дела. Я её не помню. Она просто в самом начале была, как бы, поэтому... В самом начале потом больше не фигурировала. Да. Так мы и говорим, какая команда еще сидела. Поезда, поезда. Мне нравятся вот эти капитаны, они, короче, такие типа мощные, мощные на самом деле нет. Ну ты-то мощнее, чем. Ну конечно, ё-моё, чё. Я сама мощь. Паровозик, чух-чух. А это что такое? Паровозик, который смог. Так, да, мы прыжки сейчас... это определенно не то. Мы сейчас куда? На основную миссию. Надо, кстати, ее пометить. А то она не помечена. Основная. А, кстати, помню, не знаешь, сколько она там? Миссия? Ну да, я думаю, в принципе. Хватит на меня на сегодня. А, ну окей. Ну, в принципе, да, мы уже час с тобой фигаримся, я думаю, можно серию завершить. Совсем попрощаться. Ты собираешься серию на час укладывать? Ну, а чё? Я порезал. Не-не-не, пофиг. Я решил такие, типа, сразу на YouTube заливать и все. Когда нужно пилить контент или этим заниматься? Ну, скорее, времени просто нет, у меня сейчас выходных вообще... Раз-два я обчелся. Поэтому вот так вот. Ну, я ну, режу. У меня вчера, знаешь, должен был быть выходной, типа, да, но хрен там. Точнее, вчера, говорю, завтра. В итоге я уезжаю работать на вообще хрен знает куда и вернусь домой фиг знает во сколько. Так что, да. Ладно, ребят, всем спасибо, всем пока. Давай, Хан, тебе тоже удачи. Свидимся. Давай.